Опять моя мордочка должна появиться. Ура, я с вами. Меня видно хорошо и слышно. Это замечательно. Давайте повторим то, что у нас было. У нас было немало. Аой, допустим, можно уже составить слово. Аой, синий. Акай, можно уже написать не иероглифами, там была У. Написать уже хироганы. Э. Немножко я вас забалтываю. И, допустим, О. О. Ка. Акай. Ки. Эки. К и К. К. Мы запоминали кеды. Ко. Кобра. Са. Самокат. Си. Тарелка щей. Ложка щей. Поварёшка. Си. Супермен. Седло. Сом. Танец, танго и си. И сейчас настала очередь ци, ци. Видно, что это цунами, такое огромное массивное цунами, надвигающееся на грозное на город. Тут маленький городишко такой, там всякие небоскребы и так далее. Ци. Ци, ци, ну и рисуется она просто. Рисуется просто. Так, она рисуется в один штрих. Ци. И она означает еще удлинение согласной. Она становится более четкая, более выделенная. Например, слово гакко. Гакко. Стимон, например, стимон будет в слове. Вопрос будет цу. Стимон. Сти. Сти. Давайте подсукаем. Ти, 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 ти. Ти. Молодцы, ци. Написали и в воздухе, и на равных поверхностях, и самое главное, в тетрадочках. И вы начинаете следующую неделю. Уже третий молодец. Вы прям супер молодцы. Запланируйте себе в конце третьей недели, ну или не третьего дня, я не знаю, может быть, вы сразу за один день прошли. Все, это вы вообще супер. Я рекомендую проходить несколько уроков за день. Можно пройти, в принципе, за весь день все уроки, если есть желание. Ну, конечно же, это вот времени. Но комфортно проходить так вот, не спеша, поурочно. Доступ у вас все равно на месяц, поэтому в любом случае вы сможете пройти в удобном
режимы для себя. И в любом случае получите результат. Угу. Дальше. Сайонара, матане, дяне. Мы с вами прощаемся на японском. Я думаю, вы уже выучили эти замечательные прощания. Сайонара.